красиво. Смотрите, дополнительно можно каждый инструмент можно менять, в какой октаве он будет звучать. Допустим, хотите вы повыше октаву, чтобы играть там же, но этот инструмент звучал повыше в октаве. Вы нажимаете октава и прибавляете и пробуйте. Видите, это ниже октава. Вот, допустим, да? Смотрите. Класс. Вот так. И опять же нажимаете сохранить. Вот, сохранили. Шикарно.